Вместе с отцом маму и малыша встречали сотрудники ГАИ, старший лейтенант Артур Узунян и лейтенант Роман Греков. Именно они оказывали медицинскую помощь женщине во время родов, внезапно начавшихся в тоннеле на Сочинской трассе. Мальчик получил имя Егор. Это не первый ребенок в семье, но единственный, родившийся в таких экстремальных обстоятельствах. Отец малыша предложил полицейским стать крестными своего сына. Да, они для меня герои, не знаю, если бы они... Ну, не знаю, ну просто вот, ну сын, когда вырастет, он им будет благодарен, а я им сейчас благодарен за то, что они сделали. А пока сотрудники ГАИ подарили Егору и его семье очень нужный и практичный подарок – детское автомобильное кресло.